Пускай оно звучит пока не так классно, угу. Но все волосы на теле дыбом. Согласна, потому что там я еще сама не знаю, что будет, а когда ты уже знаешь... Понимаешь, когда тебе открывает Бог поток, вот на этом потоке ты можешь смести стадионы, но когда привлечь внимание, у них у всех мурашки будут, это будет огромный поток. Но в данном случае это поток Земфиры, поток тех людей. Угу. Вот у тебя реально первое произведение, которое ты сыграла, были мурашки. Второе произведение было где-то частично, а два следующих, они были просто такие, ну, хорошее исполнительское мастерство. Вот ты сама разницу вот эту вот для себя отчувствуй, да, и понимаешь, в какую степь двигаться. Я вижу разницу. Самобытность. Земфира самобытна, да, это ближайший к тебе образ. Она самобытна, и ее песни самобытны, и твоя музыка самобытна, но твоя музыка вызывает огромный энергетический поток, вот то, что и надо. Угу. Потому что иначе ты просто повторяешь, а все повторение тоже не твое, там душа не раскрывается, душа говорит, нет, не хочешь моего творчества, ну и иди распишись. Угу. Не приняла себя, да? Да, а то, что вот это я все накопила, просто его, ну, как бы перетрансформировать все это и вообще даже... Это можешь переиграть в удовольствие, переделать, сделать, на этом вырастить свое. Но свое, свою самобытность, свою музыку, свой стиль, свои слова, свои песни. И ни в коем случае не надо думать, как социум к этому отнесется. Социум отнесется так, как ты захочешь. Да. Социум вторичен в данном случае. Как я сама
себя ценю. Ну или... Это все твоя оценка себя. Вот есть что-то такое у тебя, вот такое, которое может реально за душу взять тебя же. Вот когда ты играешь, ты сама от этого прешься. Твое, но что ты будешь переться? Вот помнишь, как ты, как Чукча пела, что видишь, то пою. Там тоже энергии валила, просто куча. Да, я сама пересматривала, я, честно говоря, сама немножко была в шоке. Мне даже было как-то такое чувство, а получится ли мне это снова повторить, потому что я так... Дома нету такого, что я постоянно так играю. Ну, я даже пересматривала, думаю, может оттуда записать что-то. Потому что, ну, нужно. Нет, вот эти скрупулезности все убери. Оставь им экспромт, оставь душу. Оставь вот это раскрытие себя, своей энергии наружу. Не прячь ее, не прячь. Ее не надо прятать. Ее постоянно из тебя приходится выковыривать. Как этим? Итак, вдох-выдох. Вспомни, когда тебя перло. И сыграй вот на этом... Все, что идет тебе в голову, просто вот от души сейчас, вот от души.
Смотри, сейчас играла, да? Сразу так, фух, фонтан энергии был, зарядка первая, да? Потом раз, он иссяк. Фактически уже можно было останавливаться, но в какой-то момент нашелся еще ресурс для того, чтобы там дотянуть еще кусочек. Нет. А знаешь почему? Ну, потому что душа хочет петь. Да? Да. Вот и а я. А ты этого не чувствуешь, да? Почему я чувствую, а ты не чувствуешь? Я все время чувствовала, что вот мне не хватает сил играть, что мне надо горлосом. Только он мне все время охрипает, когда я попою. И мне потом... Потому что надо взять уроки вокала, позаниматься и немножко потренировать голосовые связки. Потому что ты этим не занималась, потому что это детская, да, голоса нет, иди отсюда, ты должна быть профессиональной пианисткой. Согласна. Ну, давай это детское убирать, это травматизм, он сметается, сама понимаешь. Ну, если у души хочется ей петь, а ей хочется петь, я даже говорю, вот произношу, а мурашки столбом идут, только на слова, да? Значит, что надо? Значит, надо петь. Вопрос, что петь? То, что идет в голову, в чью голову? Однозначно не в мою. Да? И уже оценка, хорошо я написала стихи или плохо. Давай ты мне их приволочешь в любом варианте, я оценю, хорошо ты их написала или плохо. Но ты их напишешь на бумагу. А вот там на записях предыдущих я играла на фортепиано, мне так понравилось. Было классно. Вот сейчас не могу это повторить. Ну, конечно. Тогда был порыв души, прекрасно. Давай порывами души записывать. И все, что идет. Не ты повторишь, так другой повтори. Когда это уже выдано, это уже положить на ноты и под запись уже значительно проще, чем когда оно еще не выдано. Конечно. И когда оно упущено. Я понимаю, что идея приходит как бы не из головы, а нужно себя вот именно из тело сердца, раскрутить. Да, да, вот оно да, вошло в это состояние, а потом уже ты можешь увидеть, что там. А так просто сел спокойненько. Стихи могут идти отдельно. Стихи я знаю, когда накрывают, и ты просто идешь и рифмуешь все подряд. У меня такие состояния бывают. Записывай тогда все, что идет. Потом на эти стихи можно наложить музыку. Даже вплоть до того, что можно взять чужое стихотворение. Да. Иногда и на него тоже идет своя музыка. То есть, если стихотворение зацепило какое-то за душу, и душа говорит, о, класс. Ну, вот как первое, вот это Route 66. Ну. Не мое стихотворение. Неважно. Главное, что душа хочет петь, ну, дай ей возможность петь. Тогда экспромт появляется, тогда энергия, тогда мурашки. И вот этот поток энергии, он качается через человека. Почему человеку он нужен? Потому что у другого человека ты провоцируешь озарение. Только в тех тематиках, где он силен. Понимаешь, почему люди любят, когда вот поток идет энергетически, они ходят на эти концерты? Потому что они потом структурировать могут свою жизнь. Потому что у них потом информация приходит. У них интуиция включается, как они это называют. Какая разница, как они это назовут? Это общий поток, когда идет через тело прокачивается. Так помоги прокачать его. И через музыку это великолепно, но тогда надо позволить своей душе творить. Вот сейчас настройся, какое стихотворение идет, чтобы душа хотела спеть. Вот просто от души спеть и сыграть. Стихотворение. Стихи не писала, скажем так. Ну зря. Уже давно шли, уже записывать надо было. Почему не записываешь? Ушла вот энергия именно, а вот стихов не шло. А кто прибегал на эксперименты и говорил, что стихи шли? Я же ничего не помню. Давай. Настройся. Любое стихотворение с музыкой. Ну, все, что идет в голову. Если нет стихотворения, что вижу, то пою. Хорошо. Хорошо. И вот я снова сижу здесь, пианино черное. Смотри.
такое же. Мне так нравилось.
еще, чего ты вернулась? Ой, душа плачет, наконец-то. Пробились. Пробились, дорогая. Пробились. На какой раз мы к ней пробились? На какой раз? Пробились, родная моя. А всего лишь надо было позволить, да? Всего лишь надо было позволить себе. Просто петь. То, что видишь. Без смысла. Просто открывая, потому что там невероятный потенциал. И его надо достать. А скажи, что самого страшного бы произошло, если бы дома, где у тебя стоит хороший рояль, да? Ты могла сесть и вот так петь. Что бы случилось самое страшное? Ну, я как себя со стороны эхом слышала, ну, как, и вот эту реакцию, мне казалось, что это вот, я, ну, сама себя слышу, и мне самой становится стыдно. Стыдно перед кем? Перед мамой, перед папой, перед мужем? Перед кем стыдно? Ну, перед мамой раньше было стыдно, теперь перед мужем стыдно. И перед соседями, что... Ну, перед соседями не так вот. Угу. Ну, перед мужем стыдно, да. Ну, а что самого страшного в том, что вот муж тебя осудит? Ну, как будто бы... Мне казалось, что он лучше видит, чем я, и как будто бы он видит, что у меня, ну, голоса нет. А я вот вбила себе в голову и все время пытаюсь. Так стыдно, что, ну, что есть люди с хорошими голосами, а у меня такой, ну, какой-то смешной. Я буду петь, он, ну, что ты не своим делом занимаешься, а я как, ну, как это, ну, как зациклилась на одном, и давай, ну, певица великая. Что у меня, типа, ну, не та вообще. Что у меня, типа, такая морда, ну, не для певиц. Она более такая... Голос, морду и все остальное в одну кучу свалили, да? Да, как-то все. Я осознаю разницу между голосом, мнением мужа, мордой, мнением мамы, мнением соседей. Вдох-выдох потянулись, блин. Я даже вот слушаю и думаю, такая толпа тараканов, что их еще по одному попробуй поразделяй, чтобы их гонять, да? Угу. Они тебе нужны? Нет. Нет. Уже нет. Давай сносить. Я осознаю разницу, признаю разницу между мужем, мужем, мнением мужа, мною, моей мордой, моей мамой, мнением соседей. И всех остальных. Всех остальных. И моим талантом, невероятным моим талантом. Вдох-выдох, потянулись. Смотри, будет домашнее задание, Юль. А тараканов гонять мы будем отдельно, да, не за пианино. А вот, но они гоняются невероятно у тебя быстро, когда ты их метешь толпой. Вот я смотрю, мне очень нравится, какой эффект происходит, когда ты за пианино, да. Давай мы дома, вот сегодня ты приходишь домой. Кстати, заметила, что когда твоя душа запела, ее уже не заткнуть. Она реально валит до слез, вот просто валит, потому что ей дали возможность. Обратили внимание, да? Да. Что она есть. Супер. Вот, поэтому ты приходишь домой, садишься за пианино и валишь. Хочешь полчаса, хочешь час. Пускай соседи по батареям стучат. Это их личные трудности. И ты просто валишь, поешь до тех пор, пока ты сама не словишь кайф, пока ты не начнешь радоваться, как ребенок. Да? Вот когда пойдет вот это состояние эйфории, радостной, как ребенок, пойдет невероятный поток энергии. Вот после него записывай стихи, хорошо? Угу. И потом на эти стихи положим музыку. Хорошо. Но это уже будут твои стихи и твоя музыка. Вот слышишь, я говорю, мурашки бегут. Достучались. А, еще одну достучались.